Друзья, всем привет! Подписывайтесь на канал. Сегодня снова инструменталка. Тема про то, как распаковать стеклянные фасады. Вот они приходят в такой упаковке, в мощную. И вот запечатано это дело все вот такими вот дощечками, планочками. Видите, не бросать здесь стекло. Ее можно разбить, конечно, в разные стороны. Но мы будем деликатно это дело делать. Она пробита, проколочена вся вот на такие скобы пневмопистолетом, пневмостеплером. И как-то я однажды обозревал на канале вот этот предмет. И меня захейтили в том видео. Ну, некоторые как бы заценили наоборот. Говорят, полезная вещь. А некоторые захейтили, говорят, вот это вот, так сказать, гомно-инструмент ненужный. Я хочу сейчас в этом видео вот сделать небольшое опровержение, тем более по таким мощным скобам, да, что нормально справляется этот предмет и можно нормально отстегивать эти скобы. Давайте посмотрим, как это делается. Друзья, смотрите, вот тут я уже заранее вот одну поддел, как бы скобу, выковырил ее. Вот смотрите, как она вытаскивает вот эту скрепку. Это я заранее как бы ее здесь подбивал, пока видео готовил. Вот посмотрите, как нужно глубоко засаженные такие гигантские скобы вытаскивать. Нам для этого, естественно, понадобится вот этот вот предмет. Скобу выдергиваете или скобу удалить, или антистеплер, так скажем. И вот такая вот кияночка мягенькая, резиновая. Вот она, небольшая. Она всегда со мной, выручает во многом. Вот это вот все, оно будет на выброс, оно не нужно. Это не мебельная деталь, это упаковка такая. Она выбрасывается. И вот смотрите, берем, упираем под скобу, которая глубоко сюда засажена, вот этот вот носик, вот смотрите, вот он, клювик такой. И берем его, как бы вдавливаем под скобу. И вот кияночкой подбиваем в ручку, мягкой киянкой, она не разобьет вот эту ручку, потому что она резиновая. Вот, ее я даже вдавливаю, видно, если вы можете заметить, она достаточно мягкая. Вот так вот пробивается это дело. И потом вот такими движениями стараемся туда подъехать под нее. Далее, она вот так вот у нас немножко наискосок, уже поглубже стала. Еще подбиваем. И потихонечку такими движениями, то есть как можно глубже, ну вот как можно вот дальше, вот на вот этот вот, смотрите, видите, треугольный носик. Вот. Вот сюда поглубже, да, на этот шпателечек. Заехать этим шпателечком под скобу. Мы когда делаем вот эти движения, вот этот верхний клювик, он придавливает, кстати, сразу. Автоматически придавливает вверх этой скобки. И, соответственно, мы контролируем все края. То есть отверткой это, ну, нереально сделать, поверьте. Если хотите помучиться, ну, подергайтесь тогда с этим, с отверткой. А вот этим предметом, вот, достаточно, видите, я несколько движений буквально вот сейчас за это видео, ну, с перерывами, конечно, но вот с объяснениями, вот вам показываю, как это все выглядит. А когда ты работаешь, это очень все быстро происходит, и удаляются скобы. И вот смотрите, видите, я вот надавливаю просто вот сюда, видите, вот, вот так. И все, и удалил, смотрите. Вот такая гигантская скоба. Вот таким скобоудалителем. И все это достаточно удобно делается. Он достаточно мощный, металлический. Я это видео сейчас снимаю к тому, что вот некоторые противники большого количества инструментов говорят, можно это все без этого обойтись. Друзья, если понравилось, оставайтесь со мной, ставьте лайк. Всем пока.